того, что нас коснулось как церкви, как христиан последний год, всей этой истории с так называемой пандемией, потому что на самом деле то, что вот случилось на протяжении уже более чем года прошедшего, это очень серьезные вызовы. Отец Георгий как раз этому посвящал тоже не один сюжет. Сами по себе эпизоды приключившегося там год назад карантина, закрытие некоторых храмов на Пасху, это одна, как говорится, сторона медали. К счастью, это все было очевидно такими вынужденными мерами, которые исходили со стороны светской власти. Вот. И не столь продолжительное время это было. Другая проблема в том, что за этим всем, в общем-то, вот стоит какая идеология. Идеология, на мой взгляд, все-таки это не христианская. Это идеология гуманистическая или транс даже гуманистическая, или в контексте современного развития там, так называемого гуманизма. Это внушение страха, внушение боязни. Вот. Хотя над жизнью и смертью человек все-таки властен сам Господь. Вот. Но вот это внушение страха, боязни и попытки манипулировать сознанием и явные попытки поставить под достаточно жесткий контроль все население, в общем-то, земного шара, они весьма характерны. Я боюсь, что они внесли в такой, такой достаточно серьезный раскол в самосознание и современных христиан, в том числе нас православных.